Время добрых дел. По таким девизам в Душанбе открылся первый таджикско-российский благотворительный форум. Участники из двух стран обсудили вопросы поддержки современного искусства. Благотворители рассмотрели опыт стран в социальной сфере и зоозащите. Российские специалисты рассказали коллегам из Таджикистана о передовых подходах работы благотворительных организаций. Сегодня прошли секции, уже узкопрофильные, по разным направлениям благотворительности, для того, чтобы уже с участниками работать с кейсами, работать с примерами, работать с практическими материалами, для того, чтобы как раз все это применять в практической жизни. В Душанбе огромное количество людей, которые связывают свою жизнь с искусством. Это художники, это сотрудники сферы кино, музыкальные деятели. Мы очень плотно с ними взаимодействуем, и поэтому как раз и на них тоже нацелено сегодняшнее событие. Молодежь заинтересована вопросами экологии, потому что, как вы знаете, прошло большое количество международных форумов и крупных событий, посвященных этой теме. Мы тоже не отстаем, и я уверен, граждане Таджикистана следят за этими вопросами. Также в рамках форума в Российском центре культуры и науки пройдут тренинги по общению с детьми в трудной жизненной ситуации при помощи искусства.